Полиция предупреждает об участившихся случаях обмана под предлогом инвестирования и покупки акций известных компаний. Не переходите по рекламным ссылкам в интернете с предложениями о дополнительном заработке. Не вводите личные данные и не вкладывайте свои деньги под проценты на сомнительных торговых площадках. Вы не сможете их вернуть. Помните, что за громкими обещаниями о высоком росте дохода стоят мошенники.